Привет, друзья! В этом видео вы узнаете, когда выйдет 58-я серия турецкого сериала «Однажды в Чукурова» и что будет в 57-й серии. 58-я серия выйдет на экраны Турции 5 марта. В русской озвучке вы сможете ее просмотреть через 2-3 дня. Напомним, в 57-й серии турецкого сериала «Однажды в Чукурова» мы увидим, что Демир никак не мог ожидать того, что возле его собственного дома окажутся военные. Они взяли под арест Зулейху, а также еще несколько работников. Демир сразу же направился в тот участок, где на данный момент находились задержанные. В этот момент Илмаз стал ругаться со своей супругой. Илмаз сказал своей жене о том, что он готов заплатить любые деньги для того, чтобы данное дело было закрыто. Его жена пребывает в ярости и начинает спрашивать Илмаза, почему он это все делает. Он заявил ей о том, что Аджимента на самом деле убил именно он, своими собственными руками. Теперь, когда правда стала известна, необходимо прекратить эту ожесточенную войну. Никто не должен понести наказание за то преступление, которое совершил Ильмаз. Тем более эти люди ни в чем не виноваты. Такого поворота никто не ожидал. И жена ожидать этого никак не могла. В этот момент появилась мать Демира. И она попросила мужчин о том, чтобы они пожали друг другу руки и забыли про все разногласия. Она также желает прекратить эту вражду раз и навсегда. Хинкар начинает спрашивать у Демира и Илмаза, какое они приняли решение. Готовы ли стать друзьями? Когда они пожмут руки, то она лично закрепит данные согласия печатью, и ничто не сможет ее уничтожить. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал, ставить палец вверх и обязательно пишите комментарии, ведь мы все читаем, и нам очень интересно ваше мнение. До скорой встречи!